наш учредитель – Департамент спорта города Москвы. Вместе к новым победам! Компания «Диаспорт» помогает развитию детско-юношеского футбола. Наш партнер – футбольная академия «Чертаново». «Диаспорт» – это футбольные поля под ключ. Звоните, и назвав кодовое слово «Чертаново», вы получите хорошую скидку. Наш партнер – Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы». Город Москва. Представляем составы играющих команд. Хозяева. Гол ворота команды «Сокол» забил игрок под номером 20 Диана Кузьмина. Счет 1-0. Впереди Жибрика Чертанова. Гол ворота команды «Сокол» забил игрок под номером 3 Екатерина Морозова. Счет 3-0. Впереди Чертанова. Сейчас могу тебе тут показать. Ну давай, я еще наберу тебе там. Или так, это вообще без проблем. Мужикат снял? Завершился матч 1-8 финала. Сразу 100 зрителей. Сейчас все бьют. Футбольный клуб «Чертанова».